Hello, здравствуйте, девочки, мальчики, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша, Паханчик Пашунчик, и мы играем в бабушку Гренни. А вы не представляете, но вышло чумовое обновление модов, в который мы все любили играть, и теперь в этом моде можно стать, кроме бабушки Гренни, можно стать пауком бабушки Гренни. Ну, в первой серии вы это видели, но сегодня у нас совершенно другая серия. Сегодня мы будем пытаться пройти игру за паучка бабушки Гренни, это вообще будет... Мне кажется, классно, очень круто и так далее. Давайте вырубим спайдер-зрение, как бы, вот. И вырубим нашему паучку режим экстрим. Ведь наш паук очень быстрый, он очень быстрый, просто смотрите, теперь мы можем нормально быстро бегать. Кстати, я тут понял, что смотрите, какая гигантская голова у паука, даже страшно. Она размером с кровать, но тело-то у него еще больше. Это вообще жесть. Бабушка. I'm Spider! Shhh! Spider! Гренни, я Spider! Я Spider! Не та кнопка. Гренни, я Spider! Паутины заплевали. Короче, мы сегодня будем делать концовочку. И многие в первой серии спрашивали, как установить этот мод. Ребята, пока еще нету версии, которую можно установить. Это тестовая версия, она... под кодом доступа доступно только ютуберам, то есть один код можно на один телефон, на один компьютер установить, то есть пока еще тестовая версия только. Как только выйдет полная версия для зрителей, я вам сразу же первый скину ссылку, и поэтому вы можете ее не пропустить, если подпишетесь, то есть когда выйдет ролик с ссылкой. Короче, давайте делать концовочку. Давайте съедим бабушку вначале. Опа! Просто! Это просто еда! Смотрите! Она упала вообще, капец! Да, все, давайте сделаем концовку. Мы должны догнать жертву, которая выбежит через эту дверь. То есть мы откроем дверь, жертва побежит, и мы схватим. Схватим просто. Угу. Так, это двигатель. Нет, я хочу концовку через дверь. Так, что здесь есть? Паук-маньяк. Можно мясо съесть? Не, мы его не можем. А вот так, стоп. Вот так вот. Не, он мясо не хочет кушать. Короче, это паук, который по кухне шарится. Так, давайте поднимемся к паучку. Я его тоже съем, пожалуй. Знаете, я паук такой. Паук такой классненький. Большой такой я. Захожу. Манекен сюда затолкнул как-то. I'm Spider. You fake Spider. I'm Spider нормально. Все, был паук. Нет паука. Блин, это для машины все. Нам нужно другие как бы компоненты. К сожалению, паук не может проходить через доски, как это делала бабушка Гренни. Ну, это логично, как бы. Бабушка Гренни может через доски проходить, а паук нет. Кусачки, супер. Давайте ими пока перекусим кое-что. Кынс. И вот здесь. Кынс. Супер. Супер кынс. Так, кусачки пока здесь положим. Ха, как они туда улетели. Так, здесь пусто. Пусто. Извиняюсь. Это аллергия на пауков просто. Смотрите, вот с этим вы вообще офигеете, смотрите. А нет, с этим все нормально. Просто в прошлой серии вы бы офигели. Что там было? Ой, что там было? Да что постоянно падают не те вещи, блин. Ну какой к черту подлог кей? Ой, плейхаус кей. Как выбраться? Дайте выйти. Вообще не дают. Все. I'm Spider. I'm Spider, Spider, Spider. Бабка, привет. I'm Spider. Ладно, я играю за паучка. Что здесь еще есть, бабушка? Я пытаюсь найти детали, чтобы сбежать от тебя. Чего ты мне мешаешь сбежать от тебя? Вот ты меня поймала, поймала. А сбежать не мешай. Сбегать не мешай, как бы вот так. Так, здесь почему-то все пусто. Мне кажется, в подвале надо искать что-то. Что можно найти в подвале? Так, ломаем вот эту штучку, ящики. Газолин, да блин, все не для нас. Смотрите, ручка от колодца. Классно. Так, спускаемся сюда. Что в бардачке? В бардачке что, говорите? Пусто. Кстати, я знаю, где мы еще не были. Мы не были еще у Мишки. То есть комната с Мишкой, мы там не были, не смотрели, что может лежать там. Мне лично интересно. Так. Свечка.
Так, мне надо врубить режим полета, дабы убедиться, что здесь пусто. Все здесь пусто. Давайте пока пробежим. Чуть-чуть. Ну, просто капельку, чтобы это. А мне надо пробежать за ручкой до колодца сразу. А ручка от колодца, потому что паук, как понимаете, по своим размерам никак не может влезть. У него жопа большая. Он никуда не влазит. Паук умеет и в колодец нырять, смотрите. Молоток! Выныриваем. Все, вырубаем полет. Так, полет вырубили. А здесь все нормально. Так, стоп, сейчас. Все, это маленькая пауза была. Залазим. Все, мы идем с молоточком. Сейчас залезем, сломаем, значит, доски на двери. Нам же выбраться надо, да? Что это такое? Мы своим телом просто толкаем везде. Бабка, не мешай! А! А! Давайте пошипим на нее, смотрите, можно пошипеть. Во, пошипел наконец-то. Так, бежим ломать Харю Сандрини. Кстати, я Сандрину в прошлой серии вызывал, а в этой серии я пока вызывать не буду. Блин, что это за паук-плотник какой-то? Паук-плотник. Как здесь пройти пауку? Как паук пройдет здесь, скажите? Шестеренка, к черту. К черту шестеренку. Здесь что? Ключ от сейфа. А, кусачки внизу. Но, к счастью, я бессмертный. Могу за кусачками слетать. А где они? Как они туда... Я их понял, я их ногами толкнул случайно. Они туда залетели. Еле-еле забрали. Это просто тяжело было. Кусачки вообще невозможно было забрать. Как бы, да? Да. Так, забегаем. Фак! Паука чуть вентилятор не разрубил. Смотрите, меня закрыли. Дайте вылезти. А, я забыл петли снять. Я петли забыл снять. Хо! Хо! Вау! Сейф внизу. I see you! I'm Spider! Spider Carve K! Я бы мог озвучить кого угодно вообще. Мастер Кей, просто супер, нам не хватает, получается, только подлог Кей. А знаете, где он может быть? Так, просим. Пусть там. Нам надо врубить режим полета, потому что я ключ от арбалета не нашел. Хватаем отвертку и полетели. Поползли, точнее. Поползли, раскрутим здесь фигню. Стоп, вы заметили? Паутинка пропадает, когда мы в туннель заходим. А почему? Типа она не влазит здесь. Бабушка, ты что здесь делаешь? Я паук. Я паук, паучок. Подлокей, побежали быстро. Оу. О май гад. Это так классно. Надо со всеми попрощаться тогда. Вырубаем эту фигню. Кстати, я с арбалета хочу пострелять за паука. Где ключ от арбалета лежит? Он, по идее, лежит... Где? А реально где? Давайте его вызовем просто. Итон спаунер. Вейпон Кей. Вот он, малюсенький, лежит такой. Хочу за паука попробовать с арбалета в бабку стрельнуть, посмотреть, что у нас получится. Да что ты бьешь-то? Видели, он сам бил. Бабушка, это паук с арбалетом. А мы в себя можем попасть? Давайте в бабушку вначале. Офигеть! Смотрите, что с пулей творится! Ха! Я не понял. Офигеть, двойной удар, видели? А в себя могу стрельнуть? Стоп, себе в ногу могу стрельнуть? В голову хотя бы. Не, себе не могу стрельнуть никак. Так. А кстати, забыл. Еще раз. Арбалет, берись. Хочу попасть в это, в бутылку, которая держит отвертку, которую держал. Мне интересно, попаду ли я как паук, смотрите. Оу, прикольно. Стоп, а мы были у друга нашего? Его можно закрыть вот так вот? Паук закрывает паука, смотрите.
Блин, давай быстро, беги. Беги быстрее. Давай, не тормози. Кнопка закрывается это? Походу нет. В общем, давайте делать концовочку. Посмотрим, что у нас будет. Прыжок в небеса. Мастер Кей. Смотрите, ключ этот двигается. Если мы его... Смотрите, ключ двигается, если мы его ногами зацепляем. В общем, давайте кучу лайков. Сейчас сделаем концовочку за паука. И... Смотрите, я могу укус сделать. Могу укус сделать. Я мог делать укус, чтобы жертва от меня не убила. Офигеть! Концовка забаговала из-за паука. Это вообще жесть, блин. Вы слышали, был звук концовки, но все темное. Наверное, из-за того, что я жрал кого-то там. В общем, это было очень классно. Если вам понравилось, ставьте лайк, конечно же. Скоро ждите ссылочку на этот мод. Полная версия, когда выйдет, я вам сразу скину. Так что подпишитесь, опять же, чтобы не пропустить это все. А колокольчик нажмите, пишите ваши комменты. Лайки ставьте, заходите в мой ВК, Инстаграм. Автор мод это же в описании. И мой второй канал по Роблоксу тоже в описании. Заходите, смотрите. Ну а с вами был Крэш Паша. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.